Леонид Витальевич уехал в Москву. Он студент Московского университета. Эти на курорте, на грязях. Это тоже на курорте, на пальмах. Все отдыхают. У всех праздник. А у нас просто суббота. Но долго он не мог для себя решить, кем же ему быть, певцом или адвокатом, ведь он начал слушать и плевак, и перспективы его работы были великолепны. Летаем тут, загораем. Крылышки тренируем, да? Thank you.